Поющая ведущая Ольга Бузова второй раз за неделю разместила на своей странице в Инстаграм откровенный снимок. Первое фото появилось в блоге звезды в тот день, когда ее бывший муж Дмитрий Тарасов сообщил, что его новая возлюбленная подарит ему очередного ребенка. Тогда Ольга в прямом смысле повернулась к подписчикам пятой точкой. На этот раз Бузова вновь оголила ягодицы, сняла шорты и заявила фанатам, что ее совсем не интересует чужая личная жизнь. «Меня вообще не интересует чужое, ни жизнь, ни постель, ни мнение. Наслаждаюсь только всем своим», – гордо написала селебрити. Но подписчики считают, что Ольга лукавит. Обеспокоенные фолловеры уверены, Бузова до сих пор страдает из-за разрыва с футболистом. При этом среди комментаторов нашлась и менее чувствительная публика. Хейтеры оставили под свежим постом звезды колкие замечания относительно той подкачанной части тела, которую она продемонстрировала. «Когда-нибудь одетая бываешь? Подтяни штаны. А мне жалко Олю, ребята. Видно, что за этими фотками какая-то боль. Не может она отпустить прошлое. Поперла снова ее. Видно, болит еще у нее», – написали пользователи сети. Личная жизнь Ольги Бузовой действительно пока не складывается. В 2016 году поющая ведущая подала на развод с футболистом Тарасовым, а в 2021 рассталась с блогером Давидом Манукяном из-за многочисленных ссор.